Здравствуйте. На этот час перестрелка вокруг здания парламента резко усилилась. Перед зданием постоянно маневрирует бронетехника, продолжают вести интенсивный огонь танки. Из окон Белого дома поднимается черный дым. На крыше 7-го этажа, откуда ведется одиночный огонь из стрелкового оружия и гранатометов, вспыхнул пожар. По некоторым сведениям... Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Мир бронетехники». Сегодня мы рассмотрим Т-80У. На данный момент это самый топовый советский основной боевой танк War Thunder. Можно сказать, то, к чему стремятся многие игроки. И чтобы избавить вас от кота в мешке, я расскажу обо всех достоинствах и недостатках этого танка. Начнем, пожалуй, с самой выделяющейся его характеристики – динамики. Т-80У обладает газотурбинным двигателем, который выдает 1250 лошадиных сил, что делает его самым быстрым советским ОБТ в игре. Если раньше мы сталкивались с проблемами плохого заднего хода и невозможности занять первым ключевую позицию, то теперь мы спокойно оказываемся на острие атаки и можем в случае чего отступить. Конечно, по сравнению с ОБТ других стран, у нашего танка задняя скорость всего лишь 11 км в час, но это намного лучше, чем у Т-64 или у Т-72. И как бы это плохо ни звучало, это был единственный весомый плюс этого танка. Все остальное уже не так сильно выделяет Т-80 на фоне его основных конкурентов, и по большей степени это оказывается даже недостатками, как, например, скорость поворота башни. В топе она достигает 24 градусов в секунду, что меньше, чем у большинства ОБТ. А этот параметр очень важен для боев на топ-тире, ведь тут все решает время первого выстрела, ибо у всей техники имеется стабилизатор и очень точные пушки, которые без проблем смогут поразить цель на расстоянии до 4 км. Вот представьте, ваш двигатель выведен из строя, а вам необходимо еще раз вернуть орудие в сторону. В этом случае дуэль выиграет противник. Ну, в оправдании Т-80У скажу, что башню необходимо вращать вместе с корпусом, чтобы ни в коем случае не поставить уязвимые участки брони. В целом, бронирование советского танка неплохое. Мне часто не прибивали башню в ЛД, но надеяться на него все же не стоит. Противник может без труда выцелить НЛД или маску орудия, и мы, конечно же, отлетим в ангар. Все же время жизни основных боевых танков намного меньше, чем у какого-нибудь танка Второй мировой. Тем более, борта и корма защищены плохо, что приводит обычно к печальным последствиям. Компоновка танка тесна, и любой снаряд, образующий большой конус осколков, повреждает все важные модули техники, а вместе с тем и экипаж, который состоит всего из 3 человек. В отличие от других ОБТ, у нас установлен автомат заряжания, который производит перезарядку за 6,5 секунд, и на него не влияет навык или количество экипажа. С одной стороны, это плюс. Потому что, к примеру, Абрамс, лишившись половины своего экипажа, теряет в скорострельности. С другой же стороны, если по противнику не вели огонь, то мы проиграем по времени перезарядки. Все остальные БТ перезаряжаются за 5 или 6 секунд. Также у Т-80У остались и привычные проблемы всех советских танков, а именно углы вертикального склонения. Пушка поднимается на 15 градусов, а опускается всего лишь на 5. Что делает ОБТ непригодным для ведения боя на холмистой местности. В первую очередь, это объясняется тем, что у танка низкий силуэт, который способен укрыть его от обстрела. И даже в рамках игры это порой помогает.
Вспомните большой сарай М-60 и как в него легко попасть. А теперь представьте любой спрятанный советский танк. Последнее, о чем хочется рассказать, это о снарядах. В основном мы будем использовать 3БМ-42, тот самый снаряд, который вы уже могли видеть на Т-72 или Т-64БВ. По характеристикам он средний и порядком уже устарел. Мы спокойно можем не пробить башню Леопарда или М1А2, а следующим выстрелом взорвать их через ВЛД. Также в арсенале имеются туры, кумулятивы и фугасы. Из всего перечисленного нам пригодится 9М119. Эта ракета пробивает 700 мм брони и летит до 5 км. Таким образом, можно попробовать сбивать вертушки, которые решили сблизиться с танками. Что насчет тепловизионных прицелов, то у нас имеется всего лишь один теплак, и он установлен у наводчика. Разрешение у него так себе. Пока у других УБТ имеются отличные теплаки, которые установлены еще у командира, мы довольствуемся обычными ПНВ и одним средним тепловизором, но благо он хотя бы у нас установлен. По стандарту Т-82 обладает постановкой дымовой завесы и ТДА. Подводя итоги, я бы охарактеризовал этот танк как простой, практичный и убойный. Прямо как автомат Калашникова. Именно эти слова приходят в голову, когда ты выезжаешь на нем в бой. Этот танк строился для стремительной атаки и маневров, поэтому War Thunder нужно пользоваться этим преимуществом и быть всегда на острие атаки. В этот раз я не буду рассказывать об истории, а попрошу, чтобы вы в комментариях написали отличия между Т-80У и Т-80УД или другими Т-80. Так, мне кажется, будет намного интересней, и вы самостоятельно сможете изучить большую часть материала. Ну что, порой, чтобы рассказать все самое интересное о технике, нужно снимать отдельный ролик, ибо историю так просто не расскажешь. И чтобы попасть под формат, я обычно все очень сжимаю, что не устраивает и без того малый процент зрителей. Так что не забываем поддерживать видео лайком и заглядывайте почаще в описании. Именно там имеется ряд обучающих видео по авиации и моя 3% скидка для магазина War Thunder. Ну, на этом у меня все. Благодарю вас за просмотр, желаю вам легких фрагов и чистого неба над головой.